Приветствую, друзья! Хочу сделать небольшой обзор на один интересный сайт. Сайт является зарубежным, где можно неплохо заработать денег. Давайте перейдем на этот сайт. Сейчас сайт будет автоматически переведен на русский. Вот этот сайт. Международная платформа по продаже утерянных, брошенных и забытых электронных кошельков с положительным балансом. То есть, этот сайт является официальным дилером платежных систем Pioneer, EcoPay, Skrill. Давайте спустимся ниже. Здесь есть описание. Мегамаркет. Мы являемся официальным дилером платежных систем Pioneer, EcoPay, Skrill по утилизации неактивных электронных кошельков с положительным балансом. Наш интерес исключительно внутренний, и мы получаем свой процент за официальную утилизацию электронных кошельков. Мы предоставляем для продажи брошенные, забытые и утерянные владельцами электронные кошельки Pioneer, EcoPay, Skrill с положительным балансом. Но перед тем, как выставить кошельки на продажу, платежные системы убедились в том, что владельцы кошельков не проявляли активность на них более года. Вот, например, вы решили приобрести на нашей платформе лот стоимостью $10 с приблизительным балансом от 300 до 2500 долларов. После оплаты вас автоматически перенаправят на временный личный кабинет нашей платформы, где вам будет зачислены денежные средства от 300 до 2500 долларов, в зависимости от суммы баланса электронного кошелька, и вы сможете вывести их на свою банковскую карту. То есть, здесь представлены лоты. Цена лота 9 USD. Вот, допустим, мы покупаем вот этот вот лот 9 USD. У нас получается гарантированная сумма, которую мы получим, это $200. То есть, нам будет зачислено после приобретения лота приблизительная сумма от 200 до 2000 долларов. Вот здесь есть $9 лот, $7 лот, 10, 50, 60, 20. В чем заключается суть? Суть заключается в том, что чем больше пакет, тем выше ваша гарантированная сумма. То есть вот здесь вот получается пакет Skrill, то есть вернее не пакет, а лот. Лот Skrill стоит $20. То есть вы получаете гарантированно $500 до 3000 долларов. То есть все это в зависимости от того, сколько находится денежных средств на самом электронном кошельке. Давайте я сейчас приобрету один из кошельков. Давайте вот этот вот за $10 приобрету. Ага, он выкуплен. Давайте за $9. Тоже выкуплен. Ну, давайте за $7 приобретем. Вот, нас перенаправило автоматически на русскоязычную форму оплаты. И, соответственно, оплата в рублях. То есть, это получается по геолокации. Если вы, допустим, с России, то вас перенаправят на вот такую вот форму оплаты. Если вы гражданин США, вернее, вы находитесь в США и перешли на форму оплаты, то вам будет предоставлена другая форма оплаты. Сейчас я нажму на паузу, оплачу и вернусь к вам обратно. Итак, я оплатил. Как вы можете наблюдать, мне начислили $350. При всем при этом я вложил всего лишь $7. Здесь находится, получается, наш временный личный кабинет.
откуда мы сейчас будем выводить денежные средства. Здесь форма для вывода. Вот вы видите. Сейчас я введу номер карты. Сорок два, 763, 122, 655, 865 и 89. И нажимаем кнопочку «Отправить заявку». Внимательно перепроверьте перед тем, как будете нажимать на эту кнопочку, на актуальность платежных данных. Я также возьму сейчас, перепроверю. 42, 760, 42. Ага. Я уже, видать, неправильно что-то ввел. А ну, удалю. 42, 763, 122, 655. 865 и 89. Еще раз перепроверю. 42, 763, 122, 655, 865 и 765 и 89. Все правильно. Нажимаем на кнопочку «Отправить заявку». И как вы можете наблюдать, заявка в обработке. Вот наш номер карты. Ожидает $350. Здесь ниже написано красненьким: ваша заявка будет обработана в течение 30 минут. Итак, в течение 30 минут, когда поступит выплата, я вернусь и продолжу видео. А на данный момент я сейчас поставлю на паузу. Итак, прошло около 15 минут. Как вы видите, ваша заявка выполнена. Выплачен. Вот, ваша заявка выполнена. Ваша заявка выполнена. Номер 259-637 выплачен. $350. Давайте перейдем в мой Сбербанк онлайн и просмотрим транзакции. И как я вижу, денежные средства зачислены. Давайте посмотрим историю операций. Как мы видим, 25 тысяч рублей зачислено. Деньги были автоматически сконвертированы в рубли. Сайт рабочий, и на нем можно зарабатывать деньги. Даже не можно, а нужно. Подключайтесь, зарабатывайте. Всем удачи и хороших вам заработков.